Всем привет, вы на канале Эрик Антона. Сейчас мы будем сражаться с магом. Ой, ё-моё. Ёб твою мать, блядь. Нихуя себе маг придумал тему. Жесткий маг, жесткий. Надо его как-то подловить. Ловить его надо на кул, и все. Так, ну что, мы опять у мага. Жалкое зрелище. Давай, 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 давай. На-за-за-за! Нехорошо. Пока ты... Сейчас ты мне попадешься. Есть. Прикончил я этого офицерки. Так, по какой причине благороднейший королевский чародей Аромат меня не нос? Ну вот и все становится ясным. Так, ну что? Так. Ну что? Я думаю, здесь мы пробежим. Ой, мама мия. Нет уж, извольте. Ладно, обойдемся без сокровищ. Просто честно сказать, я уже как бы эту игру проходил. Та же самая графика. Ничего особо не поменялось, и я понял, что вот не мое проходить как бы это одно и то же, блядь. Когда уже вот недавно во все это играл. Но пройти можно. Пройти можно. Что мы попытаемся сделать? Какая красота. Сказка, а не жизнь. Хе, подсолнухи. Ну, перепрыгивай. Давай, 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 давай. Можно спрятаться за ними. Произошло какое-то залипание. Поговорим-ка. Ни в чем. Иди своей дар. Заткнись, Готтард.
Он нам помочь может. Анда волчица хочет напасть на нашу деревню. Они Бертраму хотят отомстить. Денег у нас немного. Я займусь бандитами. Вы бы с ними поосторожнее, сударь. Это да. Так, ну это не то задание. Так, нам... Я знал, что ты придешь. Ты ясновидящий? Дело не в том, кто я. Я помог тебе бежать. Раньше с моей помощью ты нашел Йеннифер. Теперь ты чувствуешь, что меня надо отблагодарить. А еще твой знак прекрасно мне... Для того он и служит. Знаешь, это весьма занятно. Люди, эльфы, краснолюды. Ну, раз уж ты здесь, расскажи, как... Не припоминаю, чтобы ты мне помогал. Налетел в шторм, и корабль выбросила нас. Ты и так считаешь? Вот уж не думал. Сейчас все-таки шторм, да, сделал, хочу сказать. Если тебя не привела сюда благодарность... А та, которую ты так хочешь мне рассказать, она о чем? Это история о подлеце с каменным сердцем, о человеке. А с чего ты взял? С того, что он навредил и тебе. Его имя Ольгерд фон Эвен. А это который меня отправил. Сам подумай, Геральт. Я знал, что тебя схватили афирцы, ведь Ольгерд фон Эверик совершенно осознанно послал тебя убить человека, которого, может быть... А знаешь, почему он это сделал? Потому что он злобный. Короче, отправил меня. Интересно, что же он тебе? Я подписал с ним договор. Задействовал свои способности и... А теперь он уклоняется от... Ты хочешь, чтобы я выбил твой долг? А мне не нужен головорез. Мне нужен кто-то умный и... Это что, лесть? Ну, конечно! В конце концов... Например. Благо... Твое тело будет ловким, как никогда. Мысли быстрее молнии. Твоя страсть. Щедрый ты. И все... Ничего. То... Что ж все твои таланты, если... Тут есть нюанс. По контракту, прежде чем я приду за долгом, должны быть исполнены три последних желания. Проблема в том, что я не могу быть их исполнителем, а лишь... То есть тебе нужен мальчик на... Мне нужен союзник. Так чего ты от меня ждешь? Сначала мы вместе навестим фон... И все же я верю, что все кончится хорошо. Интересная тема. Перейдем к делу.
Он может попросить исполнить три вещи. Хорошо. Да, дело будем помогать. Идем, это все, чего я прошу. Теперь убери этот знак. Разумеется. Как-то... Иди, и ты не пожалей. Получить какой-нибудь долг? Может быть. Да. Вот загадка-то, да? Так, ну что. О, у нас умение. У нас умение. Зайдем в умение. У меня вот легкий доспех. Сейчас посмотрим. Видишь, у меня средний доспех. Соответственно, нам надо. Так, видите. Так, ну что использовали на это? Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до новых встреч. Увидимся на канале.